Ну, поздравляем тебя. Для тебя, наверное, очень важно было откатать короткую программу чисто на этом первенстве, потому что мы знаем, что уровень очень высокий женского одиночного катания, даже юниорского, и ты попала буквально на это первенство на флажке, да, и вот можешь поделиться, как ты настраивался, насколько для тебя было важно здесь хорошо вот сейчас выступить, потому что ты еще и призер прошлогоднего первенства. Ну, первенство, на самом деле, я морально как бы себя готовила. После Нового года как раз я понимала, что я должна в любом случае быть готова и морально, и физически к первенству России, потому что, хоть я и вторая запасная, это немного меняет ситуацию, чем ты первый запасной. Ну, я понимала, что этот шанс может выпасть, и поэтому вот неделю назад, ровно как раз неделю назад, позвонили, сказали, что девочка травмирована, и я еду вступать. Я была очень рада и понимала, что очень хорошо, что я не распустила себя, не дала как-то расстроиться, что не отобралась и так далее. И сейчас я наслаждаюсь каждой минутой тут, каждой тренировкой, прокатом, потому что я понимаю, что не каждый раз выпадает такой шанс поучаствовать в том соревновании, на который ты по своей вине не попал. Ну, ты еще участвовала перед этим в прыжковом чемпионате, и даже не безотносительно твоего выступления там, насколько это тебе помогло держать форму и как бы быть в тонусе, да, вот? Однозначно помогло. Прыжковый турнир, я считаю, очень хорошо повлиял на мое отношение к публике, в первую очередь, потому что я, наверное, сейчас как раз на этом первенстве России, которое сейчас проходит в Саранске, я где-то третий раз выступаю на такой большой публике. И вот как раз прыжковый турнир, это был мой второй раз на большой публике, и после длительного перерыва довольно, и мне было волнительно, когда я выхожу на арену, и очень много людей. И также прыжковый турнир положительно повлиял на мой четверной сальхо, я считаю, потому что турнир был в основном посвящен как раз ультраси, и я очень много напрыгивала четверной сальхов и показывала хороший сальхов на самом турнире, и поэтому чуть-чуть стало спокойнее, и я более чувствую этот прыжок. Ну, как правило, опыт показывает, что ты набираешь форму свою не так быстро. Мы желаем тебе, чтобы завтра произвольно ты показала все, что ты хотела бы показать, чтобы у тебя все получилось. Спасибо огромное.